Сегодня в Беларуси прошел агульнореспубликанский субботник. На Гомельщине удел у им приняли около 435 тысяч человек. По попередней информации, у фонд субботника будет перелічены 1 миллион 310 тысяч рублей. Эти сродки будут накированы на проведение работ по захованию историко-культурных каштовностей, проведение у парадок летних оздоровленших лагеров и добраупорадкование населенных пунктов. При этом шмат кто принял удел у субботнику на своей малой родиме. Головная задача субботника любого узровня, районного, областного и республиканского – наведение порядку на земле. Нельзя сказать, что у ходников существуют проблемы с добраупорадкованием, але после зимы завсюду есть на что звернуть увагу. Причем отповедные работы тут начались еще у соковику. За час проведения месячника высадили около 3000 древ. Та речи – традиция озеленения города. У ходниках наличие уже больше 100 годов. У ходниках своеобразным центром проведения субботника стал городский парк. И он был посажен еще на проконце 19-го стагодия. У 2010-м, подчас подрыхтовки до Дня белорусского письменства, аварийные древы спиловали, але некоторые больше 100-годовые насаджения. Тут можно убачить и зараз. Наместник керовника администрации президента Владимир Жовняк на свою малую родиму проезжая разом с помощником президента, инспектором по Гомельской области Юрием Шулейком и наместником старшини Гомельского облконкама Владимиром Приваловым. Перед тем, как долучиться до проведения субботника, яны сустракаются с тренерами и выхованцами районной детско-юнацкой спортивной школы. Зараз у ее занимается около 500 детей и подлетков, у лику яких призеры чемпионату Беларуси, Европы и свету. Размова подчас встречи об спортивных достижениях и планах на будущее, финансовом стане установы и ожидании горожан заниматься спортом. За почнем, как высветляется, проблем нема. Школьные тренажеры корыстаются популярностью у дорослого населения, якое может заниматься у залах у вечерний час. Встреча завершается пропановой разом посадить на территории центрального парка спортивную аллею. Сейчас мы садим спортивную аллею, выбрали деревце туе. Пришли наши воспитанники, среди них есть призеры, чемпионы области, Республики Беларусь и Европы мира. Наместник керовника администрации президента Владимир Жовняк у посадца спортивной аллеи прямая активный удел. Каже, что коллеги у ходниках занимаются одразу несколькими видами спорта. Зараз столько свободного часу нема, але с физической культурой сябрую по-ранейшим. У вогли на своем малой родиме Владимир Жовняк бывает достаточно часто и завсёды с задовольнением прямая удел у проводимых тут громадско-корисных мероприемствах, у тым лику субботниках. С трепетом и радостью еду на малую родину, скажу вам честно. В этом году мне так посчастливилось, что уже третий раз я приезжаю на малую родину, второй субботник. И я скажу, что это очень здорово. Во-первых, понимая о том, что здесь родился и вырос, состояние трепета, восхищение, особенно когда видишь, как все меняется в лучшую сторону. Посадить как можно больше зелени, наверное, в этом и есть смысл. Значит, будет чище воздух, и мы будем здоровее, и наши детки. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», «Сходник».